Здравствуйте, в эфире информационная программа «Пульс города», в студии Нина Батырева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Заполярная молодежь за активный отдых. В полярных зорях прошел большой фестиваль молодежных культур X-Day. Кандалакшанки отбили атаки телефонных мошенников. На дачу с риском для жизни. Кандалакшане недовольны состоянием трассы Умба-Кандалакша. Сегодня в здании Кандалакшской ЦРБ прошло выездное заседание районного совета. Участие в мероприятии приняли также министр здравоохранения Мурманской области и замгубернатора по социальным вопросам Инна Погребняк. В ходе встречи были озвучены многочисленные жалобы, связанные с оказанием медицинской помощи в Кандалакшской ЦРБ. Встреча получилась жаркой, и непогода тому виной. В красном уголке районной больницы собрались депутаты, врачи и заведующие отделениями. Вопросов и претензий накопилось много. Доступность медицинского обслуживания для жителей отдаленки, ремонты в ЦРБ и функционирование некоторых отделений, очереди к специалистам и нехватка этих самых специалистов. Горячо, эмоционально, по делу, а порой и нет. Встреча в ЦРБ длилась более 3 часов. Подробный сюжет на эту тему смотрите в программе «Пульс города» завтра, 25 мая. В центре внимания автомобилистов и инспекторов ГИБДД – дорога Умба-Кандалакша. Участок трассы регионального значения протяженностью почти 20 километров не выдерживает никакой критики. Дорогу местами размыло. Водителям приходится лавировать, объезжая многочисленные ямы, которые с каждым днем становятся все шире. Вдоль трассы регионального значения располагается без малого 20 садово-огороднических товариществ. Ежедневно на свои участки спешат сотни кандалакшан. Однако с некоторых пор поездки на дачу ассоциируются не с радостью, а с риском для жизни. На разбитой за зиму трассе, не зевая, останешься без подвески или колеса. Эта трасса очень плохое состояние. Ужас, дорога кошмарная, ребят. Могу сказать только одно. Постоянно ездим на дачу, это ужас. Из года в год. То же самое было в прошлом году. У нас могут только языком все трещать. У нас хорошее, денег выделено, а дорог как не было, так и нет. В прошлый год здесь все делали. Сейчас что? Только подвески летят, машина. По обочине идет. Жить-то хочется. Чтобы дорога на дачу была в удовольствие, хотят не только сами дачники, но и автоинспекторы. По данным ГИБДД, капитальный ремонт трассы регионального значения Умба-Кандалакша не производился около 20 лет. При этом каждое лето частично выполняется замена полотна. На этот раз, видимо, назрела необходимость заасфальтировать этот участок. Больше всего нареканий у автоинспекторов к отрезку дороги от 80 до 108 километра. Те вот ямочный ремонт, который точечный, да, как я повторюсь, он не дает эффективного результата. Если в один год мы одну яму заделали, а в другой год появляется в другом месте, конечно, это не дело. Поэтому у нас поставлена задача именно ГИБДД подключить все надзорные органы вплоть до решения судов по капитальному ремонту данной автомобильной дороги. На сегодня уже ушли бумаги, в том числе и предписания об устранении данных недостатков. В течение этой недели уже должны начаться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Насколько это будет сделано быстро и качественно, будем судить после выполнения работы. Отметим, что в Министерстве транспорта Мурманской области столь оптимистичную позицию кандалакшских автоинспекторов не разделили. Как пояснил глава ведомства Дмитрий Соснин, в течение этой недели на аварийном участке дороги Умба-Кандалакша побывают специалисты технадзора. И только по итогам обследования будет принято решение о целесообразности проведения необходимых ремонтов. Уж сколько раз твердили миру, да только все не впрок. И доверчивые люди до сих пор продолжают попадаться на уловки жуликов. Однако кандалакшане стали ответственнее и со своими деньгами легко не расстаются. Только сегодня в региональном центре было возбуждено 2 уголовных дела по факту телефонного мошенничества. А в это время кандалакшане не теряют бдительности. Двум жительницам нашего города на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Жулик пытался заполучить от каждой из них по 170 тысяч рублей. Действуя уже по известной схеме, ваш родственник попал в беду. Обе северянки не поддались на провокацию и обратились в полицию. Сейчас по данным фактам проводится проверка. В городе Полярные Зори отметили День X. Фестиваль молодежных культур собрал на одной площадке представителей самых разных спортивных, экстремальных и творческих направлений.
Вся активная и творческая молодежь области знает, что раз в год в городе Полярные Зори наступает день X. Его ждут, к нему готовятся, но когда он наконец приходит, каждый стремится показать все, на что способен, на радость многочисленным зрителям. Организаторы мероприятия очень рады, что за 7 лет существования фестиваля круг его участников значительно расширился. Тех, кто выступает за пропаганду спорта и активного отдыха, год от года становится все больше. Привлечь детей наших, чтобы они как-то развивались в других культурах, помимо там, не сидели за компом, а играли в йо-йо, на скейтбордах катались, танцевали. И вот с тех пор, с той маленькой тусовки, у нас вот все выросло до такого масштабного фестиваля. Масштаб очень растет, у нас с каждым годом приезжает больше участников, и в этом году мы на самом деле замахнулись очень сильно. У нас никогда еще не было столько номинаций, как в этом году, столько участников и приезжих участников не только с нашей Мурманской области. Настоящим украшением фестиваля стали заполярные байкеры. Именно в этот день они открыли новый мотосезон и, так сказать, заехали на огонек, а заодно и поучаствовали в конкурсах. Один из них больше всего впечатлил и почти оглушил зрителей, когда владельцы стальных коней выясняли, чей байк звучит громче. Вообще, посмотреть здесь было на что. Брейкданс, хип-хоп, дэнс-холл, скейтборд, BMX, граффити. Сразу несколько площадок собирали многочисленных зрителей. Да, я на этом мероприятии первый раз, мне очень понравилось. Много площадок, где людям не дают скучать здесь. И очень бы хотелось, чтобы в Кадиллаке проводились данные мероприятия. Побывав на таком фестивале, становится ясно, что наша заполярная молодежь не только сидит за компьютерами, а умеет действительно активно отдыхать. И теперь остается подождать ровно год, чтобы вновь собрать всех молодых и талантливых на одной площадке. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время.